Добрый день, дамы и господа, любители и профессионалы дзюдо. Сегодня мы познакомим вас с очень интересным изделием для дзюдо, для дзюдоистов. Это тренировочный комплект для учикоми. Производство компании Хаджиев Спорт, Болгария. В комплект этот комплект состоит из резинового жгута. Мы сейчас более подробно посмотрим на него. И двух так называемых прихватов или хватов. Мы тоже более внимательно посмотрим на эти прихваты сейчас, которые используются для того, чтобы можно было удобно и практически наиболее эффективно делать специальные упражнения учикоми с этим комплектом, со жгутом. Итак, давайте посмотрим, как выглядит у нас сначала жгут. Итак, жгут — это не просто резина, это многослойная, тоненькие, вот здесь мы можем видеть такие резиночки, которые соединены вместе и сплетены в такую материю черную, в таком чехле матерчатым. Что делает срок службы этой резины очень долгий. Вот так она выглядит в собранном состоянии. Достаточно плотная. Ну, ориентировочно этот комплект очень подходит для возраста от 12-13 лет и старше, а также для взрослых профессиональных дзюдоистов. Вот такой жгут резиновый. И два прихвата для правой и левой руки. Выглядит прихват вот таким образом. Итак, это дзюдо ткань. Вот вы видите, плетенка. Имитирует воротник и рукав кимоно. Вот так можно сложить таким образом. И получается, что мы можем держать как рукав кимоно, и здесь как воротник. Вот таким образом, если сложить. Теперь давайте посмотрим с обратной стороны. Здесь мы видим у нас специальные крепления для жгута резинового. И сейчас мы посмотрим, каким образом можно его прикрепить. Итак, мы разматываем жгут и берем один конец этого жгута и просовываем сюда и во второе отверстие. Дальше мы можем завязать. А также вот здесь я рекомендую обычный лейкопластырь, который можно перемотать вот здесь, для того, чтобы было более крепче соединение. И вот таким образом жгут держится с прихватом, соединяется достаточно крепкое соединение. Выдерживает большие нагрузки. Вот такое интересное изделие. Комплект для учикоми, для тренировки хвата.
Два варианта – это как отворот можно делать, и второй вариант – как рукав можно хватать. Выполнено в синем цвете. Прихваты вот эти, они не марки, достаточно долговечные. Итак, комплект для учикоми состоит из прихватов двух синего цвета и непосредственно резинового жгута. Рекомендую.